Здравствуйте, земляне! Я Александр Док. С праздником вас, товарищи! С Первомайским! Как сказала Светлана Симутина, мир, дружба, колбаса. Хорошее выражение, я его включу в название этого видео. Земляне, всех с праздником! И помните, как сказала Марина из Москвы, колбаса – это лекарственное средство, поэтому применяйте его именно как лекарство. И давайте, вот они уже видели, я вступление снял, собачек, я вышел, достал камеру, они тут же приготовились, приосанились, потянулись, тоже вас всех поздравляет с праздником, праздник труда. Земляне, желаю вам от себя лично, чтобы не напрасен был ваш труд. Вы понимаете меня? Я что вам советую? Чтобы достойно трудиться и получать за это достойно, надо пробудиться. Сколько лет мы спим? Вы, наверное, сами знаете. Может, 10, может, 20. Пора пробудиться и получать достойно, и жить достойно. Мы все трудимся. Даже те, кто лежит на диване, это тоже большой труд. Попробуйте пролежать 10 часов на диване, и вы поймете, как это тяжело. Пролежный появится. Поэтому еще раз, земляне, всех с праздником. Всем желаю. Вот, видите, и солнышко. Солнышко. А знаете, всегда ассоциация первомайский праздник – это солнышко. Земляне, еще хочу вот вам от себя лично пожелать, чтобы вы не чувствовали себя обделенными в этой жизни, а чтобы чувствовали себя наделенными. Вот что самое главное. Ну вот и коллектив собирается. Они видели, как я снял вступление к видео. Видео я буду какие-то, наверное, сюда приклеивать стандартные. Специально я снимать сегодня ничего не буду. Хочу отдохнуть. А еще раз, вот, смотрите, вас Марсик хочет поприветствовать. Марсенчик! Марсенчик! Он, конечно, хочет в сад пойти. Марсенчик! Иди быстрее, иди, землян будем приветствовать. Быстрее, вот. Жорик приветствует. Мирка приветствует. Лирик! Лирик побежал! Лирик! Пойдем. Он тоже хочет поприветствовать всех. Но это только вступление, это не видео. Лирик уже в будке сидит. Его сейчас будем где-то находить. Пусть тоже поздравление. Какой будки? У него тут будок, как у кого там блог. Как у собак блог. А у этих нет блог. Как у Лирика блог. А вот у Лирика, наверное, есть. У него шкура длинная. Мирка, ну давай, вытаскивай Лирика оттуда. Лирочек. А лучше, конечно, для безопасности, лучше оставайся там. Потому что, кто его знает, что у них на уме, у этих бульдогов. Давай. Мира, отойди. Лирочек, отойди. Ну как, вы же понимаете, что я сейчас испытываю? Я испытываю трудности. То, что они меня выбивают камеру из рук. Все дрожит. Вот она, вот эта мадам, она. Я ее, видите, держу. Лирочек. Ну что, человечество тебя хочет увидеть. Лирочек, как это тяжело. Выходи давай. Вот, это я утихомирил немножко. Лежит мадам. Ну что, земляне. Еще раз всех с праздником. Вот оно солнышко. Вот он я. Начинаем сегодняшний день. Смотрим видео, радуемся жизни и что? Впитываем в себя позитив. Представьте, что вы губка, вот она впитывает воду, а вы впитываете все позитив. На улице дождик моросит. Я лежу на кровати, читаю книжку, проверяю комментарии, отвечаю. Монтирую новое видео. И вот такая картина у меня
Качество не очень, конечно, хорошее, потому что стекло и сетка, но вот они сидят. Сидят долго. Марсик был, ушел. Они остались вдвоем, смотрят на сад, с сожалением, что нельзя идти гулять, потому что там сырость, я их в такую погоду туда не вывожу. Ну, а я лежу, смотрю, что мне делать, думаю, сниму бульдожков, эпизод из их жизни, просто так вот, без всякого сюжета. Что делает Жорик, что делает Мирка и что делает Марсик. Вот пока я нахожусь здесь, на этом месте, я буду периодически выключать камеру и включать ее. Когда что-то интересное будет появляться именно на этом вот участочке, не сходя, как говорится, с кровати, и посмотрим, как страдает Жорик, как он вздыхает, как он не отходит от Мирки, зовет ее куда-то. Ну, наверное, в будку зовет, там теплее все-таки. Она не хочет. Сидит вот. Жорик возле нее уже третий или четвертый день. Два дня он не ест, но сегодня немножко съел так. Я им вкусняшки давал, он просто в присутствии Мирки, ну, немножечко подкушал. Но это у него каждый год так. Ну, вернее, каждую весну и каждую осень, когда у них любовь начинается, вот он тогда, Жорик, отказывается от еды. Ну, пока ничего интересного нет. Выключаю камеру. Ну, а потом, когда будет что-то интересное, включу дальше. Ждал, ждал. Нету никого. Ну, как говорится, если гора не идет к Магомеду, то Магомед идет к горе. Они могут быть где? Вот здесь. Вот точно. Вот они. Голубки лежат. Тут, видите, дождик прошел. Ступеньки мокрые. А здесь сухо. Здесь дождик не дошел. Ну и Жорка, видите, не отходит. А где же Марсик? Где может быть Марсик? А ты что тут? Что тут? Что-то тебе? Что здесь на кухне может быть хорошего? Ничего. Лук. Ты лучок любишь, что ли? Да? Лучка тебе дать? Ну. Ну, что? Все? Вообще не хочешь? Лучка захотел. Ладно. Дам тебе. Тут у меня есть. Немножко у меня, Марсенчик, как бы тебе сказать, ну, в загажнике, знаешь как, заначка. На. А там любовники, он, Жорик уже третий день не ест. Пойду ему тоже вот этот кусочек дам. А это Мирки. Мирка-то она у всех отнимает. А ты охраняй вот эту колбасу. А, нет. Наверное, все-таки я лучше сюда положу. Здесь ты не достанешь. Это как козла капусту охранять. Так вот. Марсика. Простите, охраняй. Ай, блин, земляне. Ну что же я? Вот я лопух. Марсюнчик, как бы меня подправил бы.
О, теперь все правильно. Так, ты оставайся на кухне. Все. Раз там ничего не происходит, пойду сам. О, здрасте, господа влюбленные. А я вам принес. Жорик, тебе большой кусочек. Вот так вот. Мирочка, тебе поменьше чуть-чуть. Лерочку отнесу. Лерочек, и тебе на... Вот, умничка. Все. Получил и будку. Ну, а вы что? Оттуда переместились сюда? Там сыро, потому что... А здесь сухо. Там же дождик прошел. И там козыречка, как здесь, нету. Здесь вот сухое место. Ну идите, идите туда. Вот. Да нету мне ничего. Вот сюда вот, на коврик. Вот. Мирочка, давай. Она не хочет, знаете почему? Вон солнышко выглянуло. Видите, тень появилась. Вот тут самое теплое место. А Жорка все время... Ой, аж голос пропал. Хотел сказать, голос проявляет. Все время скрипит, скрипит что-то. Здесь дрожит. И произносит звуки вот эти вот. Что они обозначают? Ну и я же говорю, что больше полметра он от Мирки не отходит. Такая дистанция. Все. Жок. Сейчас еще ближе чуть. Я-то при чем здесь? Что я тебе могу? Что я тебе могу сделать? Ну что? Такая природа. Каждую весну так бывает, Жорка. Всегда так с собачками. Ну что ты? Я тоже, когда был 20-летним, тоже так же страдал, как и ты. Да что там 20-летним? Наверное, и 14-летним я тоже страдал. Так что... Жорка, ну у тебя это периодически, два раза в году, а у меня на постоянной основе, вот уже, сколько сейчас скажу, да, ну, 50 лет точно, больше 50 лет, вот так, страдая тоже. И что поделаешь, привык, свыкся потихонечку, смирился, ну, нет, как смирился? Нет, я скажу, смешно. В общем, не смирился, вот что. Нет, никак. Это я что-то уже... Дайте простите. Марсенчик. Это вот Марсик смирился. Сказал так, лучше кухня, чем какая-то там любовь. Да, Марсенчик? Садись на креслечко, давай, прыгай. Вот, умничка. Я тебя сейчас угощу. Сиди, сиди. Сиди, сейчас я тебе вкусняшечку. Где? Вот. Не спеши. Вот. На, Марсенчик. Вот, умничка. Все. Нет, просто он, ну как сказать, не то, что прям смирился. Ну, нашел компромисс так, вот, между кухней и вот той влюбленной парочкой. Вот она, эта влюбленная парочка, где она там у нас. Вот, видите, вот. Ну, а компромисс сейчас покажу. Какой компромисс? А вот он компромисс. На, я тебе все отдам. Че? Марсенчик. На вот. За Мирочку. За Жорика. И за Лирика. Все. Доволен?
И правильно делает.